В Люберцах стартовало первенство по футболу среди мужских команд. Матчи будут проходить в течение всего летнего периода в разных муниципалитетах. Первая встреча спортсменов состоялась в поселке Красково на стадионе «Электрон». Сейчас на поле играют люберецкие футбольные клубы «Люберцы» и «Гэлакси». Встречи между этими командами открывают серию летних игр, которые будут проходить в рамках первенства городского округа. Спортсмены играют по правилам большого футбола. Два тайма по 45 минут. Задача на сезон – сыграть хорошо, каждый матч по максимуму выкладываться. Команда у нас сплав молодости и ветеранов. Первые минуты показали, что, конечно, волнение есть, как всегда, стартовое. Вот, турнир сегодня первая игра, начался. Но надеемся, что команда продолжит в том же темпе и забьет гол. На поле 11 игроков от каждого футбольного клуба. Всего в первенстве принимают участие 10 команд. Соревноваться будут как люберецкие, так и из соседних муниципалитетов – Котельники, Лыткарино и Дзержинский. Между первым и вторым кругом будет проведен розыгрыш Кубка Люберецкого района. В первый круг сыграют команды между собой, а полуфиналисты и финалисты будут определяться по другим игровым дням, по четвергам, а первенство проводится по вторникам. Подведение итогов первенства состоится в сентябре, а после завершающей игры лучшие команды поборются за главный приз – Кубок городского округа «Люберцы» и звание чемпионов. Этот матч закончился со счетом 9-4 в пользу футбольного клуба «Гэлакси». Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.